Вот такие здесь. Началось. Подожди. А? Тут что-то мощное. Давай. Не надо, подожди, сейчас я тебе зайду. Такой же, да? Тут, по-моему, все стандарт, да? Пятый? В общем, пятый на Пархаче. Друзья, ну всем доброе утро. Сегодня мы на очередной рыбалке. В принципе, вчера собрались спонтанно с Иркебуланом. Выехали в часов 9 вечера. И приехали мы на такое озеро Пархач, которое находится, в принципе, в черте города, недалеко. Приехали вечером, расставились. Были у нас поклевки. Вытащили мы где-то порядка 4 сазанов. 5-го или 6-го, точно уже не помню. Взяли сейчас под утро. Так что давайте смотрите. Думаю, уже рыбалка наша будет интересной. Говорят, здесь есть амуры от 7 килограмм. Ну, не знаю, в принципе, здесь вот вода упала, да, как вот рыбаки местные говорят. Глубина здесь порядка 2 метра, да, 1,50 м. Ну, в принципе, будем использовать сегодня зигрик, хотим попробовать, да. Не знаю, насколько он уместен будет на данном водоеме, но, тем не менее, как бы хотим взять своего амура. Так что давайте смотрите, ну, а мы будем сейчас дальше продолжать наш процесс рыбалки, ну и все вам покажем, в принципе, расскажем. Карась. Ой, блин. Маленький, да? Водит нормально. Да нет, сазанчик, да? Он так интересно взял, да? Неплохой сазанчик. Такой же, да? Тут, по-моему, все стандарт, да? Взял так интересно. Не говори, слабо, слабо, да? Норм. Вот этот побольше, братан. Да нет, поболее. Какой уже? Четвертый, да? Пятый. Пятый? В общем, пятый на Пархаче. Засекся, смотри, как в аптеке. За нижнюю губу. Аккуратненько. Вот эти мелкие крючки, они так глубоко всаживаются. Ну, под размер губы видишь. Идеально вообще. Ага. Хорошие крючки надо будет такие потом набрать. Ну, чистенькие, нормальные. А, в общем, вот такая вот снасть, пружинка с одним крючком на червя. На этом водоеме пока она работает. Перезакидываемся. Получается у нас в лове за ночь, ну вот сейчас одного еще взяли, 4 сазана, амура пока нет, на амура ставим, в общем, зигрик. Эхолот вчера что-то нас подвел, не стал показывать данные, но здесь вот мужики приехали, сказали, что здесь глубина максимум 1,5–2 метра. В общем, будем ждать. Так, друзья, смотрите, в принципе, вот такое вот озеро небольшое. Вот оно. Там уже Рыскулова улица. Говорят, здесь вот буквально дня 3-4 назад чуть уровень воды упал. Поэтому подступ здесь к озеру такой весь заиленный, грязный. Мы уже пару раз чуть не падали здесь. Поставили наши удочки. Там кеши стоят, карповики у меня. Здесь зигрик, флет-кормушка, флет-фидер. Там на толстолоба. Что там? Не знаю, сказали, здесь толстолоб есть.
поставил на толстолоба. А? На поплавке? Ну, будем надеяться, что толстолоб сядет. Глубину там вообще, говорит, 50 сантиметров сделали. Давайте я вам покажу наш ночной улов. Блин. Вот такие вот красавцы. Блин, я тебе скажу, тяжеловато. Так что, в принципе, от нуля ушли. Ну, рыбалка продолжается дальше. Паровоз, паровоз. Ух ты! Это флет-кормушка. Что-то непонятно. Прикинь, не засекся. А? Да нет, что-то есть. Нет, прикинь, не засекся. Смотри, что он сделал с крючком. Вот эта кормушка хорошая. Ты знаешь, где дешевле кормушки? По Белинского едешь, домик рыбака. Вот там. Что там сделал он? Опа. На пупапчик получается. Да? Ну-ка. Не засекся, блядь. Ну, вы видели паровоз, да? А что такое? Почему это вяло, а? Не знаю. Это рыба? Да, это рыба. Подожди. А? Тут что-то мощное, давай. Смотрите. Хорош? Угу. Это не карась. Это карась, это большой длин. Все, он как спиннинг будет сидеть. Хорошо взял. Сазан, по-моему. Амур так что-то не этого. Подожди, подожди, братан. Вот подожди, подожди. Сейчас он сам типа заведет. Не надо, не надо, подожди, сейчас я тебя заведу. Сазан, ё-мо. Ну ладно, ну, счастливо вам рыбалки. Хорошо взял. Все, теперь я вижу. И вот я почему-то вижу, все время вот здесь сидят. Вот это хорошенький, кстати. Да? Снимай, брат. Уже примерно килограмм. Кило, кило 100. Это самодельная вот эта кормушка. Это с этого убийца карася. Я снял крючки, снял. Скользящий сделал ее. Вон, на ту будет карась клевать. Вон. Не, мы тут ставим, видите, это же. А кукурузу попробуй одеть и спрячь его. В общем, вот такие вот. Нормально он, да? В дугу. Ну, ладно. Нормально он дугу сделал, да? Да. Это тут без шансов, он бы не сошел. Просто мог крючок разогнуть, видишь? Крючок мелкий. Ну, вошел он вообще пипец. Нет, ты че? Ага. В общем, нет. Здесь вот такие сазаны, сазанчики. Ты
что, в общем, наша рыбалка подошла к концу. Будем собираться. В принципе, сегодня отвели душу. Практически всю ночь брал сазан. В общем, сейчас я вам покажу. И в итоге у нас получается 6+1 зеркальный карп. Вот. Вот такой вот. Ну, в общем, что мы будем отпускать наш лов? Одного вон дядьки администрации оставим, потому что у него будут там жабры повредились. Шо? Какой там из них был? Вот это и есть. Вот это, да? Подойдешь. В общем, все, кому понравилось, давайте подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а мы поедем. Всем пока-пока.